Это Хайфа. Мы зашли сегодня в парк скульптур. Вот сегодня гуляем. Очень хороший солнечный день. 21 градус тепла, солнышко. Очень теплый, хороший денечек. Вот мы идем гулять. Какая лошадка. Сейчас я эти еще проснимаю. Я снял уже тебя. Еще раз. Наверное. Не, близко не надо. Вот близко губу мою. Ничего. Какая там губа? Наоборот, чтобы видно было хвостик лошадки. Сейчас все скульптуры обойдут. Вот краска станет. Ручка большая. Щеба она снесла. Смотри. Была тут у меня такая талия. Такая? Сомневаюсь. А ты не сомневайся, была. Что, и такая была, может? Худенькая была. А это кто? Это ты спиной. Давай сюда, это тут мадам. Ну, пошли посмотрим скульптуры. Какие скульптуры. Так художница пожертвовала все для Хайфа. Вот. Это тоже спортсмен. Ты около каждой будешь? Мужчина. Ну а что делать? Там больше нет ничего или что-то еще нет? Там полно. Может, дальше отойти? Видно? Видно. Против. Так, вот интересно, туда дальше пойдем. Вот туда, туда. Сейчас. Там собака здоровенная, ты сейчас испугаешься. Может, выше поднимемся, чтобы под собаки обойти собаку? Ты там не разобьешь. Я не думаю. Маленькая тут сидит. Три. Я не думаю, что они на меня накинутся. А там есть что-то за собаками? Есть. Пошли тогда. Я только пойду. Там на красненькую еще надо нажать. Я нажал.
Смотри, какая-то. Это мальчик. Мальчик. Это как-то низко. Он же внизу. Это надо отсюда снимать. Может. Сейчас, стой. Вот. А это что держит? Это кошка. Кошку. Господи, сколько они этих кошек. Так, подожди, ты стой, я вот так отойду. Садись. Умный мальчик. Как этот парк называется? Надо посмотреть. Ну, привет. Привет, привет. Так встал, как будто что-то хочет. На роликах. А, на роликах, поэтому так раскатывает. Ну вот тут пришло это посвятие. Это здесь закреплено. Видит? Видит. Отдельно. Ты дверцу закрой, дверцу, она же мешает. Да, все нормально. Я... Урсула Малвин. Как? Урсула Малвин. Это имя ее, которое делала скульптуры? Угу. Культура Урсулы Малвин. Дом. По мостику. Что, в квартиру еще хочешь зайти? Не похоже на квартиру. Да квартира, лифт там, и там дом внизу. Ты можешь ниже спуститься, вот это. Бахайский храм. Порт. И тут парк красивый. Галя. О, привет, привет. И парк скульптур, скульптур Урсулы Малвин. А это улица Оцена, вот идет вверх. Хайфа, Нижний город. А ты дорожки такие интересные в парке? Это не в парке. Это... А где же? Домов вот этих, вот же дома. А, это тут люди живут? Конечно, дома обычные, люди живут. Я же тебе скажу, там курортный лайнер стоит. Мы едем к морю. Он снимает у меня гораздо лучше. А, нет, так я просто, он там снимает. Побыли в парке скульптур, теперь едем к морю. Погулять.
such a long, long time. Looks like I'd get you off my mind. Oh, but I can't. Just the thought of you turns my whole world a misty blue. Just the mention of your name turns the flicker to a flame. I think of things we used to do, then my whole world turns misty blue. I should forget you. Heaven knows I tried, but when I say I'm glad we're through, my heart knows that I lied. Некоторым рамбом расстроилась. Рамбом расстроилась. Да. Это наш район Кирят Элиэзер. Сейчас поедем в Бат-Галим. Бат-Галим будет у нас к морю. Это район Бат-Галима. Мы живем в Кирят Элиэзер. Русалка Бат-Галим. Бат-Галим, русалка перевод. Дочь моря. Дочь волны. Дочь волны, да, Галим. Галим море, волна. Over and over I keep going over. Новый домик уже закончен. Скоро заселение будет. Мы уже возле моря. Вот сколько машин на стоянке всегда. Это наш пляж Бат-Галим. Тут мы, кажется, целые полгода купаемся, плаваем, начиная с мая месяца, заканчивая в ноябре. А люди есть всю зиму плавают. Ну вот и мы приехали. Вот мы на наше море пришли, подвели. Тут так красиво. Море сегодня спокойное, волна. Солнце напротив солнца. Плохо, конечно. А вода какая прозрачная, красивая. Еще люди плавают. О, женщина.
Красота такая, Коля. На мои очки положи, то на мне не вижу. Или возьми, на поснимай я. Видно. Будка спасателей. Сезон продолжается. Душевые. Температура воздуха 27 градусов. Сегодня 23. 23 сегодня. Да. Это вы думали. Я сказал, не знаю. Да, температура здесь. Дальше, это очень... Смотри, я скоро там ищу. Красивое такое море сегодня, тихо. Ну вот взяла бы, и что ты не купаешься? Ой, как здорово, я бы хотела... 22 градуса. Ну не могу, потому что... Вон и так бы бабочка. Куда же еще купаться? Это детская площадка. Детки здесь катаются с горки. Это все у нас на пляже. Что? Тебя еще сегодня не фоткал. Вот девочка на велосипеде. Вон маленький на машинке. Ноября. Набережная Хайфы в районе Бат-Галим. А этот домик что, реставрировать будут, что ли? Вот этот, который был красивый с этими окнами, где они расписаны. Продолжение нашего пляжа Бат-Галим. Почему пляж? Это набережная? Ну, набережная, да, это набережная Бат-Галим. Ну, русалка или дочь волн, как назовешь, так и будет.
Новый тут кулинарию строят, большущее здание уже готово почти. Море. Сегодня тихое, спокойное, красивое море. Вот так мы сегодня погуляли, провели свой выходной день. Теперь пойдем домой. Вот красота.